Там в автобусе артисты, которые будут выступать на сцене. Здесь вот фотозона такая. В общем, там девчонки фотографируются. За тихой рекою, в березовой роще, распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще, дорогие братья и сестры, сегодняшний день праздничный, он необычный, он относит нас к далеким событиям, случившимся почти 2000 лет назад на Святой Земле. И вот несмотря на такой длительный срок произошедших событий, мы каждый раз с каким-то особенным чувством празднуем воскресение Христова. Почему это происходит? Потому что в своем воскресении Господь Иисус Христос, Сын Божий, открыл, что для человека в вечности смерти нет. Он сам первый воскрес. И своим воскресением открыл нам этот путь к жизни вечной, к вечной славе, пребывая в общении с Богом, нашим Отцом Небесным. И поэтому, что бы и ни происходило в жизни человека, любого человека, и скорбное, и радостное, любой верующий человек знает, что воскресение Христово преодолевает всякие скорби, всякие неприятности и преодолевает в конечном итоге вечную смерть, которая была до этого. И сегодняшний день праздника пасхального, мы ночь, прошедшую уже ночь, собирались в храмах православных, величали воскресение Христово, совершали ночные крестные ходы, а затем причащались тела и крови Спасителя нашего, воскресшего. И я в этот день, находясь здесь, рядом с Новым Преображенским собором, хотел бы вам, дорогие братья и сестры, пожелать от воскресшего Спасителя великих милостей, милости небесных, милости тех, которые нам будут помогать преодолевать всякие невзгоды, всякое, может быть, неприятное, что обычно нас смущает. Но более всего желаю, чтобы эта пасхальная радость даровала нам необыкновенное состояние надежды. Надежды на то, что Бог
с нами. Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи Христовой. Пусть Его милость Божия пребывает над вами. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос и нам даровал жизнь вечную. Аминь.
Спасибо.